Исполнение Давида стало истинным вызовом для Микеланджело, и при этом именно в работе над ним он выработал ту концепцию, которую спустя много лет художник выразил в особенно ясной и выразительной фразе, ставшей знаменитой. Я разумею под скульптурой то искусство, которое осуществляется в силу убавления, написал он знаменитому филологу и флорентийскому историку Бенедетто Варки, вступая таким образом в полемику о примате живописи и скульптуры, которая не могла оставить его равнодушным. Итак, если существует произведение, созданное силой убавления, то, безусловно, это Давид. Действительно, молодому художнику передают мраморную глыбу, из которой до этого Агустино ди Дуччо в период между 1463 и 1464 годами хотел высечь пророка, а может даже и Давида, чтобы разместить его у одного из контрфорсов собора. Но камень оказался неудачным по своей форме. Он был слишком высок и узок. После Агустино с ним попробовал работать Расселино, но безрезультатно. Так что блок оставался во дворе собора до 16 августа 1501 года, когда к работе над ним приступил Микеланджело, завершивший работу через 3,5 года. Давид Микеланджело – символ свободы Флоренции, прекрасно вписывающийся в иконографическую традицию, которая видела расцвет произведений Донателло, Вероккио. При этом, в отличие от этих моделей, художник из Капрезе решил представить своего героя абсолютно обнаженным, даже без головного убора или меча, как у Давида Донателло 1464 года, сознательно придав ему многие внешние черты Геркулеса, являвшегося еще одним символом Флоренции. Не исключено, что Буонаротти был вдохновлен небольшим барельефом, скорее всего выполненным Джованни да Броджо для Порта делла Мандорла в Санта-Мария-дель-Фьоре, на которой представлена фигура абсолютно обнаженного полубога, стоящего в той же позе, что и шедевр Микеланджело. Также возможно, что Буонаротти был знаком со статуей Геркулеса Бертольдо ди Джованни в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Молодой Давид с пращой в руках, поступая так, защитил свой народ и справедливо им правил. Так и правители города должны мужественно его защищать и справедливо им управлять. Такими словами Вазари объяснил символическое и политическое значение Давида Микеланджело, представлявшего стремление к свободе, справедливости и хорошему управлению.